случилось? Где? Где я? Джек, ты полный задницы. Причем прямо с большим слова. Беги, беги, Джек, беги, Джеки. Лучше бежать. У-ху-ху-ху. Нифига себе, как это круто. Вау. Вау, круто было. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. И продолжаю проходить игру Far Cry 1. Мне почти 19 часть игры под названием «Восстание мутантов» в скобочках «Дамба». У меня есть 3 цели, которые я хочу выполнить данной миссии. Первая цель – выжить ясен пень. Вторая цель – вооружиться по полной программе. Третья цель – вернуться в то место, где я прыгнул с водопада и перебить тут нахер всех трайкинов. Думаю, это прикольная цель, если я поставил. При финальной миссии обещает быть классной, прикольной и интересной. Я желаю всем приятного просмотра. И огромное всем спасибо за поддержку. Не учитывая то, что вы поддерживаете меня. Погнали, мочите лигу близких трайкинов. Да уж, блин, миссия, правда, обещает быть очень классной, прикольной и опасной. Поэтому у меня сейчас 10 патронов, а вооружиться причем прямом после слова реально надо. Прямо сейчас основная цель. Идите в лабораторию на краю вулкана. Окей, окей. Погнали, погнали. Блин, классика и миссия, блин. Я правда хер. Ё-моё. Сори, сори, бро. Пожалуйста, не нужно, не нужно. Все, все, прости, прости меня. Я пока мимо тебя пройду, давай. У меня есть патрон. Хотя, честно говоря, я могу тебя убить, но я знаю, что можно убить его. В общем, они в воде почему-то умирают. Это их какая-то слабость. Типа, это их криптонит, как у Супермена. Так лучше пока пригнуться, а. Надо выбираться. Да, Джек, согласен, надо выбираться. Срочно надо вооружиться, вернуться сюда вот обратно, тут нахер всех убить трайкинов. Ну что, это моя цель, и прикольная себе цель поставила, кажется, она реально классная. Вот этот дебил мне не даст руку, меня лучше бежать. Блядство, ну ё-моё! Убежал, блин. Просто реально убежал. Что? Что случилось? Где? Где я? Ой, Джек, ты полной задницы, причем в прямом смысле слова. Лучше бежать на самом деле, а. Все лучше осмотреться, а. Охереть, а. Ё-моё. Блин, сука, теперь я знаю, что там дебил придурочный есть, а. Супер гучий хрен. Ваня, давайте сейчас заманим хотя бы одного жирного сюда. Кабанчика, блин, как говорится. Руку нет у меня. Приборки, ПНВшки. Так, иди сюда. Ко мне, ко мне, ко мне. Давай сюда. Давай сюда иди. Сейчас проверим, как теорию мою. Вы умираете в воде? Ну, в принципе, да, я знаю, что вы умираете, а. Ты будешь сюда идти, а. Эй, давай. Сюда иди. Давай, давай, давай. Опа, еще брата привел сюда. Да, пожалуйста, а. Я бы не против, почему бы и нет. Мили, чтобы искупались, а. Давай, давай, давай. Проверяем теорию. Ну давай, 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 давай. Сюда, 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 сюда. Ну-ка, 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 ну давай, пожалуйста, сюда. Ну ты, сука, умный, а. Не хочет прийти в воду, а. Может, тут пыль, а. Опа-опа, пошел, пошел, а. Я же говорил, что они в воде умирают, а. Блин, это охерительная миссия предфинальная, блин, а. Ёшкин трейн, твою налево, а. Туда, сука, я как раз не ожидал, блин, а. Еще, сука, прыгучий появился, а. Это пипец, а. Ё-моё. Еще один? Да сколько вас тут, а? Хотя, чё идёт ваш полный остров, а? Посмотрите, сколько тут этих ребят. Это капец, а. Лучше мне реально их в воду заманить, а. Иди сюда, ко мне, ко мне. Мои молодцы, молодцы, молодцы. Сюда, сюда, сюда. Кушать подано. Давайте, ребятки, давайте. Давай, 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 давай. Вперед, вперед, вперед. Я здесь, а. Давай. Опа, молодец, а. Он же шпагат сделал. Ай, красавчик, а. Фига, уже классная, прикольная, чистая тут вода. В этом водопаде. Офигенно, я прыгнул на самом деле с него. Главное вам всем, правда, спасибо за поддержку. Видите, меня окружает мозгом моих новых друзей, а. Как говорится, Джеки, Мэки и Веки. Эй, Джеки, погнали. Веки. Опа-па, Веки, Веки. Ты какой, смотри, смотри какой, на. Ой, блин, а. Это прикольно, их заманивать в воду, а. Минус 4 придурка, уж получается 3 толстяка и 1 крутилка-вертелка, а. Блин. Вот, ребята, сейчас я быстро вас заманю. Двоих. Если получится, конечно. И все, я пойду дальше, а. Мне нужно вооружиться и прийти, вот потом всех убить в этой местности, а. Ну что, ребята, давайте. Пойдемте или нет, а? Пожалуйста, я лучше к вам близко подходить не буду, а. Это было, сука, очень опасные. Хоть вроде дебилы, но у вас, сука, есть когти, а. Которые могут меня убить. Посмотрите, как они... Видите? Я, честно, не понимаю, почему они в воде умирают, но это их реально криптонит, как у Супермена. Еще один! За сколько вас тут, а? Сука, я уже таких кабанчиков четверых кокнул. Так, ребята, давай. Давай. Все, 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 все. Вперед.
Алло, Масея, ко мне. Давайте сюда. Опа. Пошел, смотрите. Ай, блин, как мне нравится их топить, честное слово, всех этих ублюдков, а. Опа, два ботинника лежат, сейчас отдыхаешь, лежат. Давайте последнего чувачка и все, пойду я. Давай, чувак, ну пожалуйста, иди, а. Я тебя умоляю. Давай. Ух ты, сука, нихера себе, видели, да? Не, лучше близко не подойду тебе, а. Пожалуйста, приду, достал меня. А, чувак, ты заклевал, я пошел, а. Потом тебя убью, а. Ты пойдешь? Со мной пойдешь? Идешь со мной? Ну ты, сука, это умный, а. Не хочет идти, а. Видите? Он реально умный. Давай, сука, мне еще дальше надо идти, а. Последняя миссия, надо будет спасти Вэлла. Ладно, сука, пошел я. Достал ты меня. Реально достал, все. Так этот дебил будет там, поэтому мне уже вот так вот пригнуться, сука, этот гребаный автоматчик, а. Что это, сука, реально опасно. Самое тут опасное, сука, это автоматчики и мелкие суки, а. Бля, ты заколебаешь меня. Ну ладно, давай сюда, за мной, а. Пошли, за мной, вперед. Давай. Ну, сука, это реально самый умный из них оказался, а. Не хочешь, сучка, в воду идти, а? Да давай, блин, мне потом нет, чтобы тебя убивать. Был бы, сука, полный, блядь, боезапас, я бы вас всех нахер тут перебил, а. Реально. А так, увы. Ты идешь? Ты, ведок, идешь или как? Давай. Пошли, давай сюда. Ну, блин, пожалуйста, ребят, ну что ты, а? Блин, отлига ссылочки на мои дубы вакансии возьмут в описании. Вступайте, вместе будет веселее. Так же, в принципе, как мои, так же, как, в принципе, и мои все соцсети. ВК, Фейсбук, Инстаграм у меня есть, и Одноклассники, в принципе, есть. Есть. Сука, наконец-таки, а. Все, я погнал погружаться, а. Правда, я понятия не имею, где, куда мне идти правильно именно, и где мне патроны искать, но я думаю, справлюсь, а. Как-никак. Джек, вот он мастер, он хороший, реально спецназовец. Правда, лучше тут пригнуться и пойти сидя, дабы этот дебил меня, сука, может обнаружить и опять убить. Он, сука, очень умный ублюдок. А у меня патрона мало, чтобы его убивать, вот поэтому я хочу вооружиться и выполнить мою третью цель. В принципе, первая, самая главная цель, она самая... Надо выбираться. Да, Джек, согласен, надо выбираться, она самая реальная главная. Вторая, это вооружиться, это реально прикольно, а третья, это вообще охеренная цель. Нахер тут в этом месте всех перебить. Блин, а. Давай, мне бы сейчас быстренько патрончики найти хотя бы, а. А то пипец, у меня 10 патронов, я даже ни одного тайга не смогу убить. Тем более, я уже, сука, проверял свою теорию этих дебилов в прыгунах. Ну, минов. Этих дебилов, да, прыгунов, в принципе, так и есть. С оружием придурков, они, сука, с 10 патронов не убиваются, а. Я в них уже стрелял. А не в этой миссии, а вообще, когда их убивал. Сука, они нихера не сдыхаются. Вот реально, сука. Мне надо патрон 15-18 спустить, чтобы они, сука, убили, умерли, а. Так, тут, кстати, такая очень чистая, правда, вода. Как ни странно, а. Дофига тайгенов, вода чистая. Паника, ладушки. Ты слушаешь, какая цель? Просто тупо бежать и без отглядки. Просто бежать. Реально бежать, а. Вот это самая наша главная цель, блядь, сейчас. Опа. Что там у нас? Вертушка, есть, сука. Походу, тут боезапасы я найду. Похоже, хотя бы что-то... Более-менее что-то найду. Вау, блин, круто. О, ну наконец-то. Согласен с тобой, Джек, наконец-таки, а. Пулемёты, классно. Я не мог связаться с вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепления. Они как раз неподалеку от тебя. Спасибо, Дойл, за подсказку. Ну, в принципе, сам без себя разобрался. Первое дело, чтобы не прыгунов, а. Чтобы они, сука, очень умные. Дебил прыгун, а. Слава богам, что этот дебил предстоит, да? Так, там еще, походу, кто-то есть, да? Вдруг у меня есть оружие, хотя бы с биноклем, у меня хотя бы с прицелом нормального оружия. Там кто-то бегает, да? Уже вижу, а. Там толстячок, походу, наверное. Так, ушки, ладушки. А, вон он. А, моя цель, я вижу. Вон он.
все. Просыпаться патрона нет нифига, чтобы их убивать, поэтому я думаю, там у меня как раз таки найду себе боезапасы, потом обратно себя вернусь, нафиг всех их перебью. Все, погнали. Опа, патрончики. Правда, их очень мало, но тем не менее. Все, ребятки, я еще к вам вернусь, поэтому давайте, удачи. Ой-ой-ой. Я же говорю, где-то патрон, так сказать, 18 штук надо было потратить, чтобы его убить, а? Как я же был прав, как-никак, а? Вау, смотрите, такая, правда, чистая, классная вода, охерительная. А опа, пушечка, офигеть. Спасибо, спасибо, без тебя бы я бы не знал бы, что тут, блядь, сука, остров полон тайгенов, а? Мне уже Кригер, блядь, показал, а? В начале, в конце предыдущей миссии, что, блядь, тут происходит. Полный остров, ой, остров этих придурков. Так, тут у нас что? Опа, раз, чувачок. Так, ну, опа, два. Ну, я потом вас убью, а? Дабы у меня, правда, патрона нет. А дальше, понятия не имею, что будет меня ждать. Опа. Сука, ёлы-палы. Ёб твою, сука, базучника. Так, ну, блядь, это лёд нереально, поэтому... Ай-яй-яй-яюшки, а. Сука, буду тут голову стрелять. Вау, сука, блядь, это ублюдина. Блин, там себя, блядь, поимел, а. Ой, сука, блин, ё-моё, ну плюс ты, пипец, а. Ну, сука, блин, беги, Джек, беги. Беги, Джек, и беги до вертолета, потому что сейчас иначе я никак не убью по-другому этого придурка базучника. Ё-моё, блин. Джеки, лучше беги, а. Такая, правда, офигенная водичка, а. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео, и бла-бла, все такое. Блин, сука, быстрее, да, на, быстрее, быстрее. Пулемет, а. Все, вот это. Сука. Ну, это, сука, мелкая, блин. Это ублюдина мелкая. Блин, это, сука, мелкий, а. Зараза, откуда вообще он взялся, этот мелкий упырь, а? Ну, ладно, суки, а. Сука, пусть он, мать, покажу, блядь, ублюдки, а. Вы все знаете, с кем вы связались, а. Вы связались, сука, с очень опасным, охеренным русским, а. А этого ублюдка, правда, надо убить, а. Вон там она. Сука, откуда эти мелкие взялись, а. Я понятия не имею. Вроде бы их не должно было быть, а хотя там быть. Правда, сука, патрончиков мало, да, блин, надо быстро сейчас их тут попуть, а. Я не знаю, попадаю, не попадаю я. Хотя, нет, не попадаю я. Блин, все-таки я попадаю, в кого-то попадаю, видите, кажется, как все загорается. Паника, все, погнали быстрее. Мои цели выполнять, а. Блин, а, подождите, да, сука, зашли бы. Сука, ты серьезно? Ты серьезно, сука, что ты делаешь? Блин, капец, а, Ваненька, я убил его, это хорошо. Патронов, правда, сука, мне не дают. Это, конечно, плохо, Ваненька. Так, тут больше пока никого нет. Нету. Ваненька, все, погнали, а. Там, сука, кто-то есть? Ага. Вон он, дебил, и вон он, придурок, а. Ну, сука, смотри-ка, с этим оружием много лучше смотреть. Так, дебил, иди сюда. Теперь точно я лучше сначала с вертушки их убью, а. Дабы так будет намного лучше. Ты где этот придурок, а? Где он? Ага. Где-то вот тут. Сука, живучий, где этот ублюдок базучника? Там примерно там бегает.
Есть, сука, стоп, все. Так, мелкие придурки, может быть, пока не нападают, как ни странно. Стига очень охеренная. Опа, еще. Ой-ой. Чуть-чуть перепугался. Опа, побольше патрончиков, но на слава богам, а. Вау, ой. Похоже, трагины из лаборатории расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Сейчас кто, блин? Опять эти дебилы мелкие? Сейчас ты уже тут я был. Реля, кто, блин, бинокля нету, ни хрена не поймешь, а. Откуда эти придурки на меня нападут, а? Так, тут пока никого, и кроме того, там дебила. Ладненько, все. Правда, сейчас мне надо будет выполнить свою вторую цель, а? По полной программе вооружиться? Сука, кто меня палит, а? Я не могу понять его Блин, я честно не понимаю. Кто-то сдохуй. Кто, блядь, меня? О, вау. Прикольное местечко, кстати говоря, пес. Я тут порыбачил бы в этом месте, а. Правда, не сейчас. Я не понимаю, кто на меня идет и где. Откуда вы, блин? Честно, откуда вы на меня хочет напасть, да? Блин, как меня это клинит, да? Ё-моё. Сука, ты где? Кто ты такой, а? Мелкий утырок или, сука, с автоматом, а? Нет, слышите шаги, да? Где-то, сука, есть, я не знаю где, а? Паника, добро пожаловать в рай. Только есть прикольное дополнение под названием «Возвращение в рай» — это прикольные игрушки. Там всего 7 миссий, но они офигенные. Я не играл в эту игрушку, но дополнение. Это, но я знаю, что оно есть. Вот надо будет как-нибудь сыграть. Блин, сука. Псих, Джеки. Еще немножечко, еще чуть-чуть, и мы вооружимся. Ой-ой-ой. Ой, сука. Блин, сука, я думал, что все базучик, а. Ебать, я перепугался, а. Урод ты тупой, а. Так, надо быстренько тупой. Опа! Базука! Охереть, а! То, что доктор пописал. Тут никого нет. Слава богам. Так, ушки, водушки. На, кстати, опа, тут тоже пока никого. Такая прикольная штучка, можно вместо бинокля использовать, а. Так, сейчас вот я вот вооружусь по полной программе. Вот здесь вот покажу, вот в этом месте. Даю до дамбы. Опа! Опа! Видели, да? Сука, пулемет, какого фига? А пулемет типа нельзя использовать? Серьезно? Чуть за вред. Пулемет нельзя использовать. Фига тупаного, посмотрите. Я не могу его использовать. Не знаю почему, но это вред. Честно, я не могу использовать пулемет. Так, мелкого дебила не кокну первого. Только мелкие реально такие суки проволливые. Посмотрите, почему-то пока новая игра. Я не могу использовать, сука, пулемет. Это такой бред полнейший. Я просто должен нажать букву Е. А я не могу. Сука, ну ладненько. Бля, в него. Ай, сука, там еще и мелкие. Сука, я же говорю, проволнивые мелкие. Ладненько, сучок, а. Ой. Есть, а. Ай, классненько, я ладненько. Все, погнали, быстренько, Джеки. Вооружаться. Только туда идти, только я уже парочку перебил, прикольненько точило, потом я возьму. Там, походу, еще жестче будет, сука, более, чем здесь, а. Но тем не менее. Опа-опа. А, там... а вот и арсенал, вау. Ё-моё. Какого хрена, что происходит? Нифига. Дойл, моя рука зеленеет. Может, ты все-таки заразился? Ну я же вколол сыворотку. Кригер заражен? Он разработал для себя препарат, не допускающий распространения мутаций по телу. Уверен, он у него с собой. Попробуй уговорить его выделить мне пару капель. Попробуй. Осторожнее, он уже не вполне человек. Капец, Кригер заражен, теперь Джек заражен. Капец, ё-моё. Надо будет, правда, срочно найти себе, блин, лекарство. Так, эмочку, конечно, хорошая вещь, но я поменяю ее. Так получается, потом. Все у нас, это уже... Вроде бы хорошая. Опа, вот наши прикольненькие точки с точкой. Ну я лучше возьму дробовичок. Все, погнали, сука, мочить мутантов. Теперь у меня есть и фонарик, и ПНВшка. Все, пойду быстро выполню мою третью цель. Вторую я цель выполнил. Первая самая главная, я уже говорил. Теперь надо выполнить третью цель. И бить этих, сука, всех нахер ублюдков. И в этой местности, конечно. Не буду их по всему острову искать. Это будет очень долго, а. А вот на месте я хочу немножечко знаете, так повеселиться с ними, побалить их, а. Тикая парочку я уже перебила. Так, ушки, ПНВшечка.
Она мне очень, кстати говоря, классно выручает. Много раз выручала. В принципе, сейчас будет не исключение. Так, ну пока тут ничего, никого нету. Круто. Кстати говоря, правда, прикольненький причал. Я там посидел бы, порубачил бы, да? И искупал себя вообще-то водичкой, а? Кстати, посмотрите, очень красивое, блин, чистое море, а? Просто охерительное, а? Море, блин. У нас, кстати говоря, само в нашем городе классное, красивое море. Как здесь, в принципе, а? Ладненько, все. Джеки, вроде бы мы не потонем. Погнали, как говорится, все, осмотримся, конечно. А, это где-то дебил оттуда пришел, которого я кокнул, блин. Опа, сука, ты до сих пор тут стоишь, а? Ну, ладненько, стой, стой. Сейчас я к тебе подойду, Ури. Так, ну, по-любому, он тут не один остался, это явно, слишком было бы легко. Если бы этот придурок остался один. Все было прикольно бы их перебили, конечно, всех с пулеметика. Так, ушки, ладушки. Тут вот примерно у нас, да? Так, есть. Один дебил сдох. Но я сомневаюсь, что он тут один. Так. Опа. Я же говорю, он тут не один. Блин, тут их явно еще очень до хрена. Хотя, о, местности. Так, ладненько, все. Берем наш любимый дробовичок. Кстати говоря, реально классная пушка. Так, ушки где-то... А, все, понял. Этот придурок за этой хреновиной, да? За ящиком, как говорится, с боезапасами. Ну, ладненько, давай. Ай, сука, вот кайф, вот реально кайф их убивать, а. Так, все. М4 классненькая, отлично, но у меня она не нужна. Так. Больше никто пока не придет ко мне, сзади не нападет на меня. Дабы я, блин, охотник, а не жертва. Изначально я был жертвой, да, согласен. Блин, затягай, подписывайся на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Спасибо вам всем за поддержку, мои друзья. Я не прочь завести новых друзей. Оставил мои друзья и новые, которые недавно познакомимся. Просто охерите ли мне классные прикольненькие видеоролики. Мне нравятся вас, ваши классные прикольные прохождения. Игровые и неигровые. Важные. Ваши разные прикольненькие видеоролики. Так, ушки, лодочки. Сейчас надо сосредоточиться именно на миссии. По убиванию, сука, истреблению, так сказать, тайгенов. Это моя личная, так сказать, миссия. Думаю, она реально охеренная. Ух, так, ушки, пока никого не видим, лучше понемножку выключу, а. Так, лучше осмотрюсь, а. Шики. Опа-опа. А, мне показалось. Ого, я же говорю, сука, что тут их еще тьма тьмущая. Так, ушки, ладушки. Кто это у нас? Да, сука, мелкие. Есть. А еще один дебил мелкий. Есть, я. Еще один, сука. Сука, блин, поймем немного мне броника. Ну тут ты, как, блин, а. Да, я помню, моя новая подруга говорила, блин, когда у Санька на стриме, блин, что эти дебилы тайгены, когда я открыл, что я игру прохожу. Сука, она больше боялась всего, когда они, сука, на нее, блин, прыгали вот так вот, да. Я ее прекрасно понимаю, а. Так уж, у тебя мелкие, сука, я ублюдков. Сука, такие мелкие, такие, сука, опасные, а. Убил, теперь осталось вот это кабанчика. Есть, вот это три пульки и все, сука, я его убил. А, я-то, сука, крутой, а ты лошарик. Ладненько, блин. Чипа угорали, как говорится, пошли дальше, а. Дабы я полюбой с ней всех еще убил. Опа, чувачок. Ай, сучка, не повезло тебе, чувак. Правда, не повезло. И огромное вам спасибо, что участвуете в моих опросах, которых я провожу в своей новой прикольной игровой группе ВК. Правда, огромное спасибо. Ай, блин. Реально, респект вам всем и уважуха. Так, ну тут вроде бы я всех, как бы говоря, убил, поэтому, в принципе, можем возвращаться, все. Я почистил всех-то, в принципе. Мою третью миссию я, ну, цель выполнил. Кстати, пойдемте выполнять главную цель. Да, видите, вроде бы пока что, в принципе, шкала типа опасности у меня не поднимается, поэтому все. Опа, там у нас что? А, показалось мне. Ну все. Все, видите, я все почистил. Как ни странно, я всех их убил. Даже странно, я удивлен, что их так мало оказалось, а. Хотя я, в принципе, всех уже изначально перебил с пулемета, дофига было. Потом, сука, те еще пришли, я их убил. В принципе, да. Ладненько, надеюсь, я сейчас могу так сделать. Спокойненько идти. Да уж, сука, Джек заражен. Это хранит, если Джек заражен, то походу его тоже. Поэтому, опа, патроны. На петух. Патроны.
Хотя мне придется, блин, сколько найти больше связки, чем на одного меня. Да уж, блин, не знаю, даю падал, не падал, пока он помогает. Но мне кажется все-таки, что он, сука, какой-то мудива. Мне предчувствие, что он, сука, все-таки мудива. Ладно, побежали в ускоренном темпе. Водичка такая, правда, офигенная, вот, блин, а. Игрушка такая старенькая, реально. Ну, блин, сука, тут такая классная детализация воды, просто охереть. Классный, прикольный сюжет, запоминающийся, который... Эта игрушка такая интересная, если хочется в нее не один раз поиграть. Ни на одной сложности. Скажи раз, что выше и выше. Хотя я, сука, начал сразу почти с финальной сложности, а именно для ветеранов. Ваня-ка, Джеки. Ладно, Джек подустал. Тебя, видите, у него, мне кажется, штаны стали позеленее. Или, мне кажется, у него, у Джека были штаны черные. Или я путаю что-то, а? Похоже, я, наверное, скорее всего, что-то путаю, а? Может быть, реально, у него руки у него зеленые, блин. Надеюсь, правда, я найду сыворотку, успею найти. Или Джек не станет мутантом, иначе будет очень хреново. Так, все. Быстренько обратненько. Хотя нет, броник я взял, там, в принципе, все было. Все. Так, тут, в принципе, мы ничего не возьмем. Кстати, какая прикольненько, что эти дебилы все херахнули. Опа. А, патроны надо было взять. Ну все, погнали дальше. Ого, блин, сука, жалко снайперской винтовки нет, честное слово. Без снайперской винтовки хреново будет, а? Ё-моё. Всё. Ты направляешься в центральный офис Крейгера. Он находится на краю кратера вулкана. Крейгер сдерживает извержение за счет какого-то мощного стабилизатора. Надеюсь, там ты найдешь его и Вэлл. Пора покончить со всем этим. Я тоже направляюсь туда. Не беспокойся, все почти кончено, друг. Да, друг, надеюсь, что ты друг, а? Ладненько, да чуть-чуть осмотримся. О, раз, придурок. Два. Ну тебя созовите меня, сука. Ты друга валит. Посмотрите. Ты дебил, сука, валит своего. И базучик валит своего. Опа. А это кто у нас? А, еще один. Опа, это уже у нас люди, да? У нас суки, а. Ого. Нихера себе, сколько тут шрагенов, базучиков. Ё-моё. Да уж. Охереть, Вадика. Их просто тут мать мущая, блин. Реально. Так, все, значит, первым делом сейчас валим этого придурка. Где он? Где он, сука? А, его свой же убил. А еще бы попадать бы, а? Еще бы убакерин, а? Есть! Так, сука, одного я убил. Понемножку пока выключу, дабы там еще дебил был лучше, а? А там у нас кто? О, вот он, сука. Ну-ка, прицел немного трясется, сука. Попасть, я могу попасть вам? Могу, но просто неудобно попадать, а? Есть! Так, сука, ёб твою мать, а? Ёшкин дырин, а? Ребята, вы чё? Ребята! Эй, машину, пожалуйста, не, сука, видели, ракета сквозь машину прошла, а? Ладненько, сука, теперь моя очередь, а? Ебать, все подушечки против меня, просто, сука, все, ё-моё. Ай, сука, их это сильники будут убить, а? Охереть, ебать, вашу мать. Ай, блин, сука, охеренная вообще, а? Сука, такая опасная, блядь, охеренная, а? Блин, сука, я надеюсь, что это дебилостика. Да, я одного убил, а. Просто все бабушки против меня. Видели, вот расположились, а. Молодцы, сука, командная работа, а. Ничего не скажешь, а. Блин, а. Будет попадать, блин, баги уезжает. Ё-моё. Сука. Да что бы ваш уметь, а. Да просто поля против меня все, сука, бабушки, а. Ёб твою мать, а. Попадать-то неудобно, а баги, сука, я боюсь, сейчас возьму баги, но сейчас за него, за пулемет, он меня, сука, убьет, а? Блин, тут баги, охрена был бы, лучше бы, сука, добавить-ка. Ладненько, пошел я к ним прям вперед, а? Сука, надеюсь, меня сейчас никто не убьет. Есть, так намного лучше будет, да? Я, блин, если я, блядь, буду... Живучая, сука. Есть, а. Я говорю, намного так лучше будет, эффективнее, блин, сука, нежели я буду париться, тратить патроны, а. Блин, сука. Вы охренели, ублюдки, а. Вот и мои, короче, а. Блин,
мне. Надеюсь, если слягу, сука, у меня все потрахает, в принципе, на винтовку нет, поэтому... Блядь, твою мать, а! Ё-моё, это такая миссия, блин, а! Есть, а! Сука, я этого дебила убил. Блядь, сука, я балучиков уже перебил, а! Ваника, сука, тебе тоже надо убить, а! Попробуй, блядь, и петуха. О, петух у меня получится на первом месте, а. Так, я хотя бы одного убью из них, а другого оставлю. Есть! Есть, все-таки этого тоже убью, так что быть, а. Пока он так офигенно стоит. Мне лучше правда его убить, а. Блин, сука, это охеренная миссия. Я просто скайпу этих дебилов тайгера выбиваю, а. Так, все, фух. Сектор зачищен. Кстати, лучше надо осмотреться. Так, шпионадушки, патрончиков мало. Опа, еще один дебил. Так, тут люди, интересно, люди живые остались? Или нет, а? Сука, люди меня больше беспокоят, чем тайгены. Тайгены не такие уж опасные. Ладненько, все. Быстренько возвращаюсь за баги. Ё-моё, чуть в голову не попал. Да уж, блин, сука. Патрон-то мало осталось. Эти говорят, дробовик вообще охеренная вещь. Если бы не он, сука, я бы эти тайгеном заколебался бы убивать. А машина, сука, я бы сейчас сел за пулемет, да? Мне бы, сука, просто бы машину бы по-бабах попали пару раз, я бы сдох, а. Это было уже очевидно. Видите, баги поимели все-таки. Ё-моё. Охреновастенько, что они поимели ее. Так, это дебил, где этот дебил? Где-то он был рядом, а? А все-таки я хочу его убить, а. Так, ладно. Баги пока постоит, надеюсь, никуда не уедет, а. Так, баги, пожалуйста, постой, а. Вот, спасибо. Я хочу после этого дебила убить. Это бы это... Мне этого очень хочется на самом деле сделать, а. Так, где ты, придурок? А, ты, сука, еще прыгучая, хуй, а. Еще мудень прыгучий есть, а. Блядь, сука, прыгучая. Блядь, ты тупой, а. Так, сука, да, по-моему, еще люди есть все-таки, а. Где-то люди-то есть, а. Я же говорю, сука, где-то люди есть, а. Вот сука. Вот это тырки, а. Да, блин, это охуительная миссия. Просто охерительная, блин. Уже прибор забарахлил. Так, сука, срочненько патрончики берем. А баги нам реально нужна. Сука, я охеренно их перебил. Ой. Ой, кто это у нас? А, сука, опять же тут тырка. Блин, еще бы я не косил бы немножечко, чего бы охеренно. Считаю, потупливая. Есть, я. Ух, блин. Капец, я понимаю, почему теперь финальная миссия будет называться, возможно, у меня вулкан. Блин, в принципе, что-то тупи. Ладненько, все, сейчас беру быстро баги. Разворачиваюсь, чуть на собачьем, надо ехать дальше, как говорится. Потом мало. Блин, баги немного поимели, поэтому, знаете, вот так вот немножечко аккуратненько. Мне просто нужен разгон. Как? Ой, сука, не такой разгон. Мне, правда, нужен немного разгончик. Сейчас, аккуратненько. Вот так вот, Джеки, давай. Джеки, я тебе верю. Просто, видите, нужно перепрыгнуть. И вот тут уже перепрыгнуть, где-то вот тут, по-моему. Да, все-таки я был прав. Вау, блин, все получилось, а. Супер, круто, а. Блин, а. Видите, я почти всех перебил, серьезно. Ой-ой, чё? Там, сука, еще один остался, да? Для всех перебил, не я, сука. Это, сука, еще есть. А, я его убил. Ну все, значит, эта машина будет получше. Оба-ба, видели? Боня, сука, вверху застыл с пушкой. Офигеть, а! Ух ты, сука, элитные ублюдки. Кригера, блин, вещи путаю их, а. Блин, ладненько, все. Берем вот эту чью, хотя она может даже мне не пригодиться. Немножечко, так сказать, разворачиваемся. Там где-нибудь припаркуемся, вот тут вот примерно. И лучше осмотреться, дабы там, походу, их будет очень до хера. Вот тут, в принципе, я вот лягу. Опа! Статуи Кригера, серьезно. Встретимся там, Дойл. Не сомневайся. Офигеть, ё-моё!
А их тут очень дохренащие, блин. Крики охеренно охраняют, а. Эти люди, прожекты даже его статуи освещают, а. Крутого этого придурка, который сам стал, блин, Тайгеном. Блин, как же их обойти, сука? На машине если поеду, блин, это кто у нас? Это базовщик, сука, он меня убьет, а. Ебать тут их дохренище, а. Бля, я не знаю, что сделать, мне, сука, снайперской винтовки есть, так хреново. Потом мне просто по ней хватит, чтобы их всех перебить, а. Там еще, сука, где-то дебил. А, он еще и сел базучника. Так, надо все изучить сразу, а. Потому что были точки, а. Во. Ой, сука. Я ж говорил, а. Я ж говорил, сука, гребаный хер, а. Паника. Сделаем по-другому, если он машину не попадет. Сейчас быстренько машину возьму. Вот так вот. И, сука, тут и подожду их, а. Так, вот их подожду. Конечно, они придут ко мне. Давайте, ребятки, я готов. Так, первый клиент пришел. Ну-ка, 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 кто еще придет? Бля, офигенный у меня вроде бы план. Хотя бы минус 2 придурка уже хорошо. Бля, правда, тут, сука, жесткий спецназ, да? Вот, минус 4 дебила, уже хорошо. Видите, уже точек меньше становится на карте. Ох, блин, это очень классная, прикольная миссия, блин. Поэтому огромное вообще спасибо за поддержку, что вы кушаете или ну что, да, кушаете. Приятного аппетита вам, а. Правда. Так, ушки, ладушки. Ольга, честно, не знаю. Дальше, дальше, типа. Пока вроде бы, пока никто не придет, да? Этот дебил где-то там находится, а. Базучик, если я могу попасть по нему примерно. Хотя, наверное, я бы не попаду на самом деле, а. Нет, сука, я не попаду по нему, поэтому... Ой. Лучше так встать. Да, машина, постой. Не уезжай, пожалуйста, далеко. Опа, спасибо. Так, тут придурок этот меня... Этот дебил, я понял. Блин, ПНВшка нужна. Есть, сука, я убил гребаного базучника, теперь мне, кстати говоря, не опасно, если, конечно, там еще не будет снайпера. Если говоря, у чувака у меня, какой-то дебил еще находится, видите, да, точечка рядом прям. Сука, ты сдохнешь или как, блин, а? Походу, сука, продыряю мою башку, сука, блин, так все офигенно шло, я просто офигенно все делал, а. Ну, сука, а. Ваня, сука, теперь я знаю, что здесь будет дебил на машине, а. Блин, все, а, сука, достали, а. Вот же уроды тупые, а. Сука, еще быстренько беру опять же броник, а. Патрончики, машина, пожалуйста, не едь. Сука, так все офигенно шло, просто охерительно, а. Так по-тупому погиб, блин, Димка, ты немножечко тупанул на самом деле, признайся, а. Да я согласен. Ваня, все. Любой 20 на 2. Сейчас быстренько разворачиваюсь. Машину ставлю в том же месте, примерно, где она стояла. Вот тут захеренная позиция, чтобы их увидеть. Так, стой, все. Сейчас быстренько также осматриваемся. В любом случае надо осмотреться, дабы их всех приметить, сука, этих ублюдков. Встретимся там, Дойл. Не сомневайся. Хипа, тут просто их, сука, да херища, почти всех перебил, а. А это у нас, сука, кто? Ой, сука, это у нас кто, реально? Ёб твою мать. У него, ну, на миномете, сука, сидит, а. Ебать их до хрена, а. Или, сука, мне правда надо убить этого гребаного мульня. Сука. Здесь я, сука, этого убил, дебила. Базучника, блин, сука, они уже рядом, а. Ё-моё, быстрее, 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 Джеки. Давайте, дебилы, я вас жду. Надеюсь, вы также придете ко мне сюда. Хотя бы человека, хотя бы парочку человека. Сука, я очень рад, что вы пришли все-таки. Пожалуйста, если еще придите, а. Ой, спасибо.
Блин, все, в этом месте хотя бы пару человек убил, а? Да, может дальше поехать, а может... Нет, там сука еще миномётчик остался, а? Дабы лучше его прибить, а? Потому что, сука, потом он мне точно... Стоит из Кускину мать. Это дебил, а? Во, сука, теперь ты сдох? Так, миномётчик у нас, сука, где? Ого, там еще двое. Трое, ёб твою мать. А я их не засекал. Во. Так, тут дебил у нас один, лягу я. Есть. Так, ушки, ладушки, мне нужно посмотреть, где миномётчик, а? Где я засек его? А, сука. Он куда-то убежал. Только это очень даже классно, что он убежал. Блин, сука, сейчас думаю на баке приехать или, сука, нет. Хотя... Опа. Бил прямо рядом, а. Сука, он прям капец рядом, а. Есть. Так, понятно, патроны сейчас еще... Совсем нападают все патроны, а. Ух, блин, а. Я понятия не имею, куда ты попал. Сука, блин. Фух, а я больше сейчас их почистил, блин. Кстати, короче, правда, прикольная, классная миссия. Огромное вам всем за поддержку, я очень ценю ее. Вы помогаете развитию моего канала. И вообще, просто вы молодцы. Сейчас быстренько патрончик себе, дабы мне их совсем мало. Тут, сука, я херена перебил их, а. Кстати, еще бы осмотреться бы, а. Так, где эти пределки, а? Ой. Нет. Это еще дебил есть. Может, это, сука, снайпер, а? Блин, сука, где ты, а? Меня бесит, когда я их не вижу. Ты где, придурок? А. Все, сука, теперь я понял, где ты, а. Ну, урод, а. Ладненько, все, берем баги. Не баги, конечно, джиперик, это наш крутой. Тут, может, что-нибудь найдем, может, и нет. Там, блин, сука, я их пока не вижу особенно, поэтому лучше быстренько. Опа-опа-пачи, может, даже сохраненочка будет, да? Опа, еще боезапасы. Охереть, сохранёнка, круто, вау. Так, может, снайперскую винтовку тут найду, а? Патроны на нее есть, вы заметили? Патроны на снайперку есть, а почему снайперской винтовки нету? Какого хрена? Блин, я не понимаю, почему реально винтовочки нету, а? Ой, блин, сука, а? Посмотрите, броник есть, боезапасы, типа, есть, все, есть. А снайперской винтовки нет. Какого хрена снапашится? Мне кажется, это клюк. А, все, понял, похоже на моего инсоржиси, что я играю. Снайперскую винтовку, типа, нельзя брать. Походу, так, скорее всего, и есть, а. Так, ладненько. А, тут еще и пулеметчик был. Я охереть, я его убил, а. Все, Джеки, давай. Блин, Джеки, Джеки, Джеки. Джеки, пожалуйста. Опа, молодец. Давай, Джеки, давай, я верю в тебя. Я верю. Тебя все верят, тебя нужно спасти, а. Как ты обязан это сделать, а. Машина застряла. Так, тут его где? Тебе ты попал! Да, еще, да, сука, так меня убил, да? Ебать вас, сука! Ебать, сука, они жесткие противники, а. Скажу честно, охереть, какие жесткие, а. Да, вот эти, сука, бойцы посложнее. Жёстче будет, сука, чем те, а. Блин, а быть обратно вернуться за жизнями, а. Ты, может, там дальше возьму их, а. Сука, последний утырок. Еще один есть, а. Сука, не-не-не, это пипец, а. Дебил, давай, иди сюда. Ё-моё, а. А, сука, все-таки убил меня. Блин, а так же лохануться, капец как, а. Ну, сука, Дима, ну ты лошарик, а. Сука, патроны есть. Почему реально снайперской винтовки нету, а? Ваня, все, Дима, ты, сука, реально лошарик конченый, а. Педалик, а. Быстренько берешь, сука, свою пушку, тут, блин. Идешь, убиваешь нахрен их, а. Все, блин. Дима, я расслабился, сука, смотри, блин, а. Всех ребят не собираюсь, но я так больше счастья убил, а. Все, блин, быстренько, Димончик, давай, без тупости. Бля, ну, сука.
Сука, изначально было так сделать, а? Реально, на самом деле, а? 19-я часть под названием «Восстание мутантов» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, увидимся в финальной миссии, она обещает быть классной, охеренной и прикольной. Не болейте, пока-пока еще раз. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.